Всем привет! Отдельный привет моим подписчикам. В этом коротком видео я хочу вам рассказать, как настроить на своем собственном сервере такую штуку, как Outline. Outline есть такая разработка от Google, где говорится на их официальном сайте, что это свободный доступ в интернет без границ. Вы можете по этому адресу, я ссылку в описании добавлю, перейти и попасть на их официальный сайт, почитать, что, какие принципы работы. Они заявляют, что это намного лучше, чем платные VPN-сервера, либо еще какие-либо обходы блокировок. То есть благодаря этому серверу вас сложно отследить, и вы можете обходить разные блокировки в интернете. Они также на своем сайте прикрепляют разные резюме, как их сервис Outline используется там в странах суперконсервативных. Можете зайти на их сайт почитать. Нам важно, чтобы, первое, у вас был свой личный сервер VPS или VDS, как вам угодно. Я пользуюсь хостинг компанией Zomro. Заказываю у них сервер VPS и VDS, там устанавливается операционная система Ubuntu. Я в этом буду показывать в этом видео, как установить Ubuntu. Делается это все в одну команду, установка этого Outline на ваш сервер. Но перед тем, как это сделать, вам необходимо на их официальном сайте скачать два приложения. Первое приложение — это менеджер. Как мы видим, здесь есть под Linux, и мы скачиваем его. macOS и Windows есть. А также вам необходимо клиент. Клиент – это та программка, через которую вы будете подключаться, чтобы ваш трафик шифровался. Тоже ее скачиваем. И как раз таки клиент программа, она доступна уже для всех операционных систем. Обратите внимание, Android, ну, всех известных операционных систем, для распространенных, как угодно. Android, Windows, Chrome, iOS, macOS, Linux. И тоже скачиваем. Здесь, кстати, можно почитать самые часто задаваемые вопросы. Outline – это VPN. Здесь пишут: нет, не VPN, это ПО, позволяющее настраивать свой VPN-сервер и управлять им. Дальше, почему труднее заблокировать, чем любой VPN-сервер, причины объясняются. Сервис Outline безопасен. Также они заявляют, что они, поскольку это Google, а он известен тем, что он собирает, уже скачалось, он известен тем, что собирает о вас какую-то информацию, ваши данные, то здесь они заявляют, что никаких данных они не собирают о вас, когда вы пользуетесь их сервисом Outline. Вот. Мы открываем и начинаем установку. Я не буду устанавливать, потому что она у меня уже установлена, программка. Я просто включу. Сейчас менеджер. Сначала мы включаем менеджер, а не клиент. Отлично. Здесь предлагаются разные рекомендуемые платформы, где вы можете настраивать VPN-сервер ваш. Но поскольку мы с вами свой купили хостинг VPS-сервер, то просто нажимаем любой другой настроить, где угодно. Отлично. И вот эта одна команда, ее нужно вставить в сервер. Ее нужно скопировать. Ctrl-C. Заходим на свой сервер. С помощью SSH ключей. Отлично, я на сервере своем, который под Ubuntu, обратите внимание, Ubuntu 20.04.
И я скопированную программу просто вставляю на выполнение. Он требует пароль. Спрашивает у вас. Он говорит, что у вас не установлен докер, а он необходим. Вы соглашаетесь. Момент, он говорит о том, что не установлен CURL. Ну, это легко исправить. Apt install CURL. Соглашаемся. Так быстро он установил, очищаем терминал и вновь повторно вводим наш сценарий, говорим да, все, настройка outline пошла. Он будет настраиваться какое-то время, потом он выдаст необходимый нам ключ, который мы вставим сюда в менеджер. Нужно немного подождать. Отлично. Он у нас настроился, я немного остановил видео, чтобы не тратить вашего драгоценного времени. И он нам выдал необходимые настройки. Вот этот вот мы копируем. Идем в наш менеджер. Вставляем сюда то, что нам отдал сервер. Нажимаем «Готово». Отлично. Все, он создал ключи. Теперь можно подключаться к этому серверу. Эту программку можно закрывать. Теперь нам нужно открыть программу клиент. После того, как вы ее установили, она у меня уже установлена. Второй файл, который называется «Клиент». Его устанавливаем. Заходим в клиент. Так выглядит наш клиент. Говорит добавить сервер. Нажмите, чтобы добавить сервер. Мы нажимаем. Добавьте ключ доступа. Чтобы добавить ключ. Нам нужно ключ доступа добавить. Его мы берем в менеджере. Когда мы нажимаем подключить это устройство, копировать. Мы скопировали ключ доступа, открываем. Он уже сам себя автоматически подтягивается. И добавляем сервер. Отлично. Еще важный момент. Если вы себе настраивали Brandmauer UFW, статус root. У меня он не активирован. Если вы его себе активировали, вам необходимо вот эти два порта, которые здесь указаны, открыть для того, чтобы сервер мог к ним подключаться и через них пропускать ваш трафик. Если же, как у меня, он не активирован у вас, то вам не нужно ничего с этими портами делать. Просто нажимаем «Подключиться». Все, подключен к серверу. Сейчас это легко проверить. Обратите внимание, вот IP-адрес моего сервера, к которому я подключаюсь через Outline.
То есть это очень достаточно просто, ну и заявляет, что очень безопасно и трудный для блокировки сервис. Также момент в отношении менеджера. Здесь можно добавлять много разных ключей. Мы всего лишь создали с вами один мой ключ доступа, то есть для этого компьютера, с которого я захожу и подключаюсь. Если вы хотите каких-то своих друзей или родных подключить, вы добавите новый ключ, нажимаете, называете его как-то, этот ключ, и потом можете его отправить куда-либо, переименовать, удалить можно его. В случае, если он уже не нужен, то можете удалить. Либо просто поделиться доступом. Эту ссылку отправляете. Здесь подробно рассказано, как это сделать в отношении ключа. Ну и так можно добавлять и добавлять ключи. Ключ 2, ключ 3. Их раздавать кому необходимо. То есть, заказав себе сервер, вы можете настроить этот outline и потом, так сказать, хотите деньги — берите, если вы не для родных, а для кого-то настраиваете VPN, чтобы они могли обходить ту же блокировку, как и вы. Ну, одним словом, это менеджер. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи!